сферы, это когда интернета нет. И выдумывают всякие глупости и верят. Люди, которые верят в глупости, суеверные. Они сами себе проблемы выдают. Примета – это когда, например, падает конета и обращает на это внимание человек. Это как на погода, время года. Приметы – это, например, у мамы рождается ребенок, девочка, и мама радуется. Я примечательный, потому что еле попал в одного дядю с самолетиком. Я не верю в приметы.